Отлично, заносим руку за спину. Последний раз. Прекрасно, теперь можете вытянуться и расслабить спину. Молодцы. Положите руки ладонями вниз перед собой. Медленно поднимитесь вверх, как бы разгибая тело волной. Развернитесь, вытяните правую руку перед собой и ощутите, как растягиваются мышцы плеч. Теперь поменяйте руки, чувствуйте облегчение. А теперь занесите руки за спину и выгните плечи назад, и откройте грудную клетку. Сделайте глубокий вдох, поднимите руки за голову. Согните правую руку в локте, чтобы растянуть трицепсы. Теперь поменяйте руки. На глубоком выдохе опустите руки вниз. Вы отлично поработали. Ягодицы. Давайте начнем с упражнения, похожего на чечетку. Руки заносим вперед вместе с шагами. Ноги немного согнуты в коленях, живот подтянут. Вы готовы? Делаем 8 движений подряд. Это прекрасное упражнение для разминки. Еще 4 раза. Держите голову прямо. Еще 3 раза. Отлично, давайте сделаем еще 8 повторных движений, приседая глубже. Чувствуете, что мышцы напрягаются сильнее? Еще 4 раза. Хорошо, еще 2 раза. Отлично. Теперь делаем глубокий вдох, поднимая руки вверх, опускаем руки и кладем ладони на бедра. Из этого положения выгибаем спину вверх, образуя полуарку. Стоим на полусогнутых коленях, а затем выгибаем спину вверх. Почувствуйте, как расслабляются мышцы спины. Затем снова выгибаем спину вверх, образуя полуарку, и выгибаем поясницу вниз. Медленно разгибаемся, одна часть тела за другой, как бы раскрываясь волной, и распрямляемся. Сейчас я покажу вам наше первое упражнение из этого комплекса. Правая нога стоит прямо. Левая нога немного согнута в колени и выступает вперед, опираясь на пальцы. Мы будем приседать, как будто садясь на стул, и вставать обратно. Итак, давайте 8 раз подряд. Это прекрасное упражнение для того, чтобы сделать ваши ягодицы упругими. Разве мы не этого хотим? 4 раза. Переносите вес на пятку. Давайте еще 8 раз. Обратите внимание на то, что вес тела приходится на правую ногу. Левая нога просто помогает держать равновесие. Еще 4 раза. У вас отлично получается. Еще пара движений. Давайте усложним задачу и будем делать 3 дополнительных мини-приседания. Напрягаются все нужные мышцы. Бедра выходят немного вперед. Ягодицы работают. Отлично. Вы чувствуете, как ваши ягодицы становятся более упругими? Мысленно представьте себе результат. И снова. Почти все. Ну и последние пару движений. Последнее приседание. Хорошо, стряхиваем напряжение с ног. Вот это да. Мне было нелегко. Отлично, теперь давайте поменяем ноги. Опираемся на левую ногу. Правую выставляем немного вперед. Вся опора на левую ногу. Начинаем приседание 8 раз без остановки. Поехали. Не забывайте переносить вес на опорную ногу. Нога, стоящая впереди, служит лишь для сохранения равновесия. Вся опора на левую пятку. Ну что, еще 8 раз? Поехали. Когда вы поднимаетесь, постарайтесь сжимать все мышцы. Проникните сознанием в свои мышцы, работайте вместе с ними. У вас отлично получается. Последние 2 приседания. А теперь давайте задерживаться на согнутых коленях, чтобы выполнить 3 мини-приседания. Следите за тем, чтобы колено было на одной линии со ступней. Плечи держите прямо. У вас все получится, осталось только 4 приседания. Выдыхайте при подъеме. Если вы устали, можете сделать перерыв, потом вернуться к этим упражнениям. Итак, последнее приседание. Не забывайте подтягивать живот. Можете стряхнуть напряжение с ног. Теперь давайте перейдем к растяжке бедер. Поставьте левую ногу прямо, вся опора на нее. Правую ногу за спину, плечи прямо, руки на поясе. Делаем вместе со мной. Правую ногу поднимаем и отводим назад. Не забывайте, что вес приходится на левую ногу. Вы готовы? Тогда выполняем 8 раз. Поехали. Не забывайте работать мышцами. Если вам сложно сохранить равновесие, то вы можете держаться за стул или опираться о стену. Еще 2 раза.
Добавим 3 мини-движения ногой, повторяем упражнение 4 раза подряд. Если вы хотите усложнить себе задачу, то вы можете прицепить на лодыжку небольшой груз. Еще разочек. У вас отлично получается. Еще раз. Встряхиваем напряжение. Теперь давайте поменяем ноги. На этот раз упор идет на правую ногу, левую заносим назад, руки на поясе, живот подтянут, делаем 8 раз подряд. Подключаем к работе ягодичные мышцы. Почувствуйте, как они подтягиваются. Еще 4 раза. Вы молодцы. Ну что, готовы к 3 дополнительным мили-движениям? Тогда вперед, осталось всего 4 движения. Подтягиваем, сжимаем ягодичные мышцы, почувствуйте напряжение. Еще пару раз. Еще разок. Ставим ступни вместе, выгибаем спину, немного наклоняясь вперед и медленно распрямляемся. Давайте продолжим работу над упругостью ягодиц. Ложитесь на пол, но обязательно держите голову прямо. Сначала опускайтесь на колени, затем опирайтесь на руки, а потом можно опустить голову. Подтяните живот и опуститесь на согнутые руки. Мы будем поднимать ногу назад, так что задерите правую ногу вверх, не разгибая колено. Обопритесь о левую ногу, зафиксируйте руки, подтяните живот. Мы с вами будем поднимать и опускать правую ногу 8 раз подряд. Итак, начали. Поднимаем ногу вверх, выталкивая ее к потолку. Работаем ягодичными мышцами. Шея остается в нейтральном положении. Давайте еще 8 раз. Начали. Можете поднять.